Всем привет, с вами ваш переводчик Асылхан, и сегодня у нас реакция Орши. Она самый чувствительный музыкальный блогер на нашем канале. Насколько я помню, это очень сентиментальная реакция, поэтому готовьте платочки, поехали! Всем привет! Меня зовут Орши Экироки, и добро пожаловать в Феникс Вокал Студио. Сегодня я собираюсь сделать очередную реакцию на Димаша. Песня называется Daybreak. Мне порекомендовали посмотреть это видео. Так давайте же приступим. Давайте послушаем. Я скажу свое мнение после выступления. Yeah.
Один. Всего лишь один вопрос вертится у меня в голове. Как? Как это возможно? Я просто думаю... Что мне еще такого сказать, чего я еще не говорила? Я постоянно слушаю его. Смотрю его видео, его выступления. И для меня они... Самые невероятные. Это касается именно его. Самые. Как я говорила ранее, каждый раз, когда он исполняет песню, он делает все. Он вкладывает все в одну песню. В каждой своей песне. Он отдает все до последней капельки. В каждой своей песне. Вы можете просто представить себе, сколько энергии это требует, чтобы в прямом смысле отдавать все, что у тебя есть, в одной песне. А он это делает часами. Я даже представить себе не могу, что чувствуют люди, которым выпала честь увидеть его вживую. Как вы вообще дошли до дома после такого? Как? И эта песня. Хорошо, там были субтитры. Иначе бы я не поняла, о чем она. Я знаю, что когда я говорю о Димаше, я не слишком много говорю о технических моментах. Потому что я говорила, что и как он использует для создания этих эффектов. Еще одна причина, почему я не говорю об этом, вот в чем. Ведь что бы он ни исполнял. Вот когда смотришь на других певцов, всегда можно к чему-то прицепиться, но когда дело доходит до него, я просто не могу найти слова. Потому что, что бы он ни пел, это всегда совершенство. О чем я говорила? Это какой-то эмоциональный и ментальный эффект. Вот такое влияние он оказывает на других людей, на всех нас. И это нечто большее, чем то, о чем я могу говорить. Потому что в мире не так много, если они вообще есть, не так много певцов, которые способны зацепить вас так глубоко за самое живое. Он — это музыкальная терапия, безусловно. Как же я хочу увидеть его вживую, потому что мне это нужно. Мне нужно это почувствовать. Я хочу познать эти ощущения после его концерта. То, как он структурирует песню, просто невероятно. Это же безупречно, здесь даже докопаться не к чему. Поэтому я не могу говорить много о его технике, потому что он использует все. Он использует все регистры. Почти в каждой песне он поет с самого низа до самого верха. С грудного голоса до свискового голоса. Смешанный голос, белтинг, головной голос. Современный стиль, классический стиль. Мужская энергия, женская энергия. Это же немыслимо. Он олицетворение всего. Вот как тут поверишь, что он человек? А он человек, наверное. И эта песня, эти слова. Откуда в нем это все? Из какой жизни? Будто он прожил это в другой жизни. Боже, это просто... Я абсолютно потрясена, шокирована. Или как еще сказать? Я люблю все, что он из себя представляет. Я люблю все, что он нам дает. Всему человечеству. Я так благодарна за это. Я думаю, это потому, что он нужен нам. Весь мир нуждается в нем. Нам нужна эта энергия. Нам нужны эти выступления. Нам нужна эта сила. Нам нужен этот голос. Эта техника.
Это скромность, этот образ, это уважение. Мы нуждаемся в этом. Нам это нужно. Однозначно. Итак, я все. Спасибо за просмотр. Извините за нюни в три ручья. Я не смогла сдержаться. Огромное спасибо, что отправили мне это видео. Это было настоящее наслаждение. И даже больше. И если у вас есть еще запросы, я всегда открыта. Спасибо, что были со мной. Увидимся в следующем видео. Пока. Я понимаю эмоции Орши, потому что я сам, будучи мужчиной, у меня глаза мокрые, и, возможно, я даже слеза не пошла, потому что я просто снимаю себя на камеру, и какая-то часть моего мозга понимает, что нельзя, нельзя, ты же мальчик, ты не плачь. С другой стороны, вы видели, как она прервала свою реакцию, а потом опять начала снимать себя, и было понятно, что все это время она плакала. Вот так Димаш задевает струны наших душ, и когда он поет, он рассказывает и настолько передает все эти чувства, проводит их через себя и дарит их нам. И вот это вот самый чистый кайф. Всем спасибо, всех обнял. Пока.